продукцию ОЕ, про которую говорили, это, наверное, ну, большинство, по крайней мере, для России, российские компании под своим брендом заказывают и все. А вот почему китайские компании не идут в Россию под своими брендами? Вот. Почему именно OEM предпочитают, а не приходят? Несложно ответить на этот вопрос. Я здесь могу сказать про нашу историю. Наша компания, она изначально строила свой бизнес как основное направление, это как OEM изготовление. То есть мы очень много производили и даже сейчас производим продукцию под OEM брендами. То есть можно сказать, что у нас бизнес делится там на два направления. Первое – это направление, то, что мы сами производим под своим брендом. И второе направление – это то, что мы производим как OEM. То есть у нас очень много клиентов до сих пор, очень много клиентов в Европе. В Европе, которые покупают у нас продукцию под своим брендом. В России и в СНГ мы ни одного клиента, OEM клиента на сегодняшний день не имеем. То есть в России все только идет под брендом Рифа, вся продукция. А вот за пределами России, кстати, за пределами СНГ, потому что мы представительство не только в России, но представительство и в СНГ. Ага. Да. А вот где больше всего по странам СНГ вот сейчас продаете? В России, да? Россия. А на втором месте какая-то? Даже затрудняюсь ответить, в СНГ пока продаж очень мало, очень много. В основном это, конечно, вот азиатские страны, там вот, Азербайджан, там, ну, кстати, из Грузии был один клиент. То есть продаж там не очень единичный.